можешь управлять? Будет сразу в хила, давай. Сколько? Я могу прямо сейчас это сделать. Сейчас, погоди, погоди. Только у меня 9 минут камень КД, нужно подождать. Она же не агрится, если в упор подойти. Агрится. Мне кажется, что агрится. Лучше не но... Дева. Дева агрится. Вот у меня, кстати, есть все эти итемы, которые нужны для сдачи квеста после гнева пустоты. Вот в сумке лежат. Давайте шкаф поставим, Вайдан. Ты квест сдать не можешь? Ну, гнев пустоты надо убить, и потом эти два надо будет сдавать просто все. Далее на Вайда сумолим. Попить отойду на минуту. А Дива это второй босс после Борозы? А, третий. Дай столик, пожалуйста, мать. Чё тебя так плохо слышно сегодня? Да, микрофон отвернул. Сейчас хорошо. Что тебе поставить? Столик. А, да, да, надо кликать. Один танк? Да. Ну, если что, дальше там потанчить могу. На следующего босса тоже один танк, в принципе. Ну, где надо будет там. А, там живуть у вас есть. Так я в ДД. Не, я спекаюсь, когда два танка надо. Вот, но ты мне рано немножко инр залил. А, да это какая-то фигня. Что-то произошло. Давайте чек на готовность. Картео есть, есть, есть. Примерный отчет я дал. Ты сам скулишь, когда. На пол дайте. Рога вынес. Угу. Смотрите, пока берем лужу, сейчас надо будет каст бить. Шиманы, готовимся. Сбили каст. Лужу взяли, один дебаф. За ромбиком. Прожимку отдал, прохиливайтесь. Далин, тормози, пожалуйста. Угу, все, можешь идти нормально.
А, дорога упала, нету, да? Испили карту. Рога вынес. Берем цель босса. Сейчас надо будет сбить кассу. Сбили. Взяли один дебаф за мной. Вот сейчас. Успел. У тебя хорош. Цифромер. Шамалон. Пошел луч искать, да. Нашел, что ли, луч? Стоп, а тут луч был? Не было. Переводи босса, давай. Переводи босса, что ты? Да я стою просто. Мне так же показалось, как и тебе, что его нет. Сбили каст. Геру нет? Раздавал. Нет, Геру не тут. Когда лучи появятся, подай Геру. Сбили каст. А что, может, бэт? Нет. Готовимся сейчас дебаф брать. Каст убиваем. Давайте, давайте. За ромбиком, за ромбиком, за ромбиком, за ромбиком. Геру. Ой, догонит. Не-не, он кончится. Да нету ДПС. Бей! Все нормально, хватает. ДПС-а нет. Берните императора. И Далин. Не, Далин, а Берни. Далин императора. Каз бейте. Хорош. Жесть. Хорош. Короче, Лес. Падаем, это говно какое-то. Сыжирный, я не могу, блядь. Побежали, говорит, а че тут луч был? Да не. Мы так ты, просто отбежали. Я не видел, у меня летает один шарик, и этот луч, короче, просто в стену летит. Я еще раз говорю, ориентир, вам были трусы, сейчас я поставил ромбик. Давайте, я не знаю, какой-нибудь квадрат сейчас поставлю. Нахер вам не надо здесь вам думать, за вас думает метка. Не, вы просто, если не понимаете, как это работает, вот как у нас получается, вы просто отбегать, ну, примерно на предыдущее место. Старайтесь бежать. Вот, вот мы стоим сейчас, если смотреть в комнату справа, вот здесь начинаем. Вот вы на первоначальную точку возвращаетесь и так вот по кругу. То есть мы бежим назад. Возвращаемся. Чтобы лучше сбежать, чтобы он дальше крутился, а мы могли бить, хилить, а не бежать. Я тебе и говорю то, что у меня лучащий нихуя нет. Да не надо тебе знать, что он есть. Убежала. Все, метка убежала, бежишь за меткой. Тебе не надо, есть луч, нету луча, шары там у него, яйца или, я не знаю, вагина. Это просто реально смешно. 270 эквип, ну да, у нас тут не все 270, ладно, 260 возьмем, грубо говоря. Мы не можем убить деву. Один бежит через луч, говорит, пацаны, я вас спасу. Второй говорит, я луча не вижу, я вас тоже спасу. Утя вообще ему пофиг, он говорит, за цифрами погоняюсь немного, пацаны. Берните потом меня. Хорош. А что так сложно в метку прийти, что ли, я не понимаю? Да, вообще, по-моему, нереально. Давайте, может, завязывайте, а то может ГП начать кидать или что. Ресайте рогу. Я не знаю, меня просто бомбанет, и я скажу, ребята, сами будете дальше идти, и все. Пока мне смешно, да, вот эти траи смешные. Не, ну рога вообще. Супермен, блядь. Да, а что смешного, мы уже здесь 1:20 мозги ебем друг другу. Если уж люди не могут это делать, надо, блин, менять, значит. Это всех, кто плюсовал.
Ладно. Все готовы. Давай тогда посерьезнее, что ли, подойдем-ка. Давай, я тебе отчет дал, сам спулишь. Угу. Пейте, пот. Угу. Я понял. Здорово. Два промаха. Два промаха. Давай за его идем. А я не могу сагриться, но... Да. Умираем, чё? Ничего не сбивайте, пусть он докастовывает. А у тебя что, символа нету? Есть. Иммун и эвейт. Хорош. Иммун. Иммунитет к таунту. Ну, это значит, он где-то стоял не в том месте. Встали все, побежали, никого резать не будут. О, масуха пошла. Не, символ есть, меткости хватает. На ровно кап. Вот на первом этаже идите, чинитесь. Ты щитан начинай, да и все. Не-не, там дело не в этом, там просто вперед кто-то побежал, она через ступеньку с текстуру пошла, я первый таунт нажал, никто не пошел ко мне, ну босс, я нажал второй таунт и в итоге просто два таунта просрал. Не надо никакой отчет давать, просто они вот по отчету спулили, а я хочу, чтобы нам луч удобнее был. На переходке, чтобы меньше бежать тут приходилось. Без разницы, луч. Бегут за меткой. Включать свой мозг и бежать за меткой. Я уже не знаю, проще некуда. Жалко, тут нельзя, знаешь, там за наручники надеть, там за руку водить. На офе у приста, на офе, ну вот сейчас это в актуале. Есть такой скилл, который притягивает к себе союзников. Вот надо такой массовый только. Да, это было бы хорошее. Он давно давайте есть. Давайте бафы. Прикольно. Да? Есть кого-нибудь жив? Нет. Ты еще не сильно сломан. Еще ну я уже впереди. Желтый весь, но пох. Все впереди еще. Я тогда отчет не буду давать, сам сагришь. Да, да. Ты чек просто сделай, если все готовы, я готов буду иметь в виду. Все готовы. Пейте пот. Эпочма. Сальву подали. Пауте сальву. Войс есть БР, БР не дали. Когда? Ну, подойдет не будет. Рога вынес. Берем дебаф. Сбиваем. И бежим назад. Когда взяли дебаф, берите назад. Переходим. Рога. К
каст. Утя. Готовьте сбивать каст. Берем дебаф. И бежите назад. Назад, прям сразу бегите в квадрат. Вот, да, дальше бегите, бегите, не останавливайтесь. И у нас побеждает Лок. За победу в соревновании по бегу он получает 50 ГП. Перебегаем. Будет есть, есть Далин на рестле. Угу. Куда бьем, чё? Рога. Класс. Рога. Берем дебаф. И бежим класс, опять назад. Назад. Не берется, ёбаный в рот. Надо чуть дольше постоять было. Геру дайте. Двигайтесь, двигайтесь, вас сейчас луч убьет, товарищ. Топ ДПС. Переходим. Долго. Раздавака. Прохил рейда, берем дебаф, сбиваем каст. Сбили каст. И давайте. За ромбиком. За ромбик. Вливаемся больше ДПС. Отошли от луча. Переходим. Ну, чтобы убивать телям. Лужи выносите, главное. Избивайте косты. Каст. Лужи куда хочешь. Я понял, все дело в Далине. Рез эти людей. Да, в Далине, не в Далине. Блядь. До четвертой платформы я даже когда был 250 какой-то, я не доходил. Сегодня мы, короче, бьем рекорды, я понял. Тебе, Волман, надо эти перчатки? Да не, забирай. На первом этаже, кому надо, бегите чиниться. Идем на смотрителя. Я так чувствую, копыта там и не убьем, на копыта будем после целка состав собирать. Это 100%. Потому что с ДПС не особо. Ну да, копыта изи. Только мы его не убьем. Вот гнев по сравнению с копытом изи.
Их нету. Вот, куда там назад, сюда. Ля, там же погибель. Нам куда? Ну и наверх, смотри, Лёв. Да, на лестнице. А что, у меня телевизор слышит? Я ничего не смотрю. Что там нахрен? А чё вы ржёте? Я чё-то не понимаю. Да там баба это и сериал или фильм сказала, я унитаз. Сейчас я подавление микрофона похаще сделаю. Не знаю, мне нравится это слушать. Хоть кто-то всё разговаривает. Под моей кнопкой все активируется. До сих пор так? Да вроде не должно быть. Телевизор стал только меньше слышно. Верни обратно. Не-не. Смотрите, я хочу перед ЦЛК немного отдохнуть еще. То есть будет у нас что-то плохо на копыте, тогда разойдемся. Да мы копыта на изи убили. Да понятно, вы и дело на изи. С пятого трая только говорит, тут понятно, что дел. Изеры, изичи. Я говорит, я лучи не вижу. А то, что я, да, он, меня, это все они фигня. У меня пропали, у меня, блядь, не шаров. Ну они у тебя луча, пропали. Ромб у тебя, походу, тоже, да, пропал? Я не привык за этими метками. Ну вот я, говорит, не привык за метками бегать. Ну а нафига я тогда тактику нет, рассказываю? Нет, на этом, типа, ладно, целка на ловушках, типа, окей, можно побегать. А тут, типа, ну, хочется понимать, что делать. А тут хуяк лучи пропадают у меня. Кого моб выберет в цель, уходите. Я буду анонсировать. В Долоран? Да, ну тут уже сами решают. Пусть. Я там в Долоране кое-что забыл, да? Пойду-ка я схожу срочно. Император ушел. Хил там себя только. Ой, я чувствую, сегодня целка будет веселая. Почему?
Да, ну что-то меня так... Уверен, я в этом не знаю. Что у тебя весело? Не знаю. Вчера было веселое. Сегодня будет тоже. Что вчера было? Слава богу. Очень весело. Ну там вчера 6 замен или 7 было просто. Вчера мне понравился пацан. Вы тактику не знаете, давай покаемся. Да. Короче, меня подолпала эта гильдия, тактик, ничего не знаете там. Арчес, по-моему, паладин. Все, всем ББ, короче. Хорош. Ебай, вообще просто парень это. Тактиста. Он знает все. Хоть нам с нами делать. Блин, вот это реально плохо. Я дал прожимку, но я не могу всех забрать, если вы не остановитесь пока что, пока я не соберусь. Фонов, так они ж агрятся на рандомного. Смысл. Я, короче, все отдал. А чё в комнату ты побежал, чё ты их не, вы... не выманивал? РЛ же ж вроде не обязан рассказывать тактику на мобы. На трэш? На трэш, да. Далин тоже хилится, он там пока... Дима, напомни мне, а ему нужно же косты, да, Срёд? Кому? Мобу эту. Да, анатомия вот это, аномалия. Вот ты должен был сбить каст. Один из костов. Второй костов, второй не успел. Хорош, учатся. Слышь, вот это я понимаю, тактику на мобах рассказываешь еще. Как мы вчера сказали. На жизнь тактику. У тебя есть тактика на жизнь, парень? А на жизнь так. Don't worry, be happy. Вся тактика. Ну, зачем они нам нужны, ребят? Зачем вы хрест? Куда ты убежал? В комнату. Чтоб они быстрее ко мне пришли. Тём. Оу. Смотри, бля, щит меня только не распыли. Просто жесть. Я его уже пальнул. Хорош. Вы посылаете щит по почте, да? Значит, сам разберешься, что с ним делать. Меня вчера чуть не бомбануло, я там не ливнул с рейда, блин, на кровавой этой лантеле. Ты говоришь, уже разенчантил его. Распылил. Стой, не агри. Нам они не нужны. Ты там ик, пока мисс квест делает. Да я уже выпил. Хорош. Мне вообще надо идти домой стол делать, блядь. А я тут хуярю, нахуй. Ну вот, ты же еще и целка пойдешь, да? Блин, а почему вы вместе не живете? Это ты сейчас кому сказал? Это ты мне не пара, там все такое. Вот так, бля, давайте сюда подходим. Паша, вот, дайте, пожалуйста. Чуть-чуть ближе сюда он совейдится. Минвей. Там своя хата, а это матери. А может не совейдится. Тотему убери. Тотему убери. Тотему все убрали. Хорош. А почему ты комп туда не привезешь? Там интернет говно. Вот на все у тебя есть отмазки. Блять, 10 килобит в секунду. Ты представляешь, лов ебашить? Это типа кабельный интернет такой, да, сильный? Угу. Ты не можешь, они минимум сотку дают. Один танк. 10. Два хила.
Там подключено 10 и больше никак, нахуй. Было вообще 2 килобайта. 2 килобайта невозможно, нахуй. Да, блядь, у меня на телефоне интернет быстрее. Вот, ну, знаешь, блядь, мобилки... Ты говоришь, что это невозможно, это возможно по телефонному кабелю, епт. 2 килобайта. Может, будет госпульс, а? Что ты думаешь, я, блядь, этому, нахуй, как его? Ростелекому все мозги не выеб, нахуй. Так, ладно, давайте тактику послушаем. Так, ладно. Ай, тут еще метки надо поставить, подождите. Умер танк, виноват хил. Умер хил, виноват танк. Умер ДД, виноват ДД. Все, тактика, пошли. По-моему, сегодня это вспоминаю. Все, блядь. Изи. И тут будем, короче, стопать свой ДПС. Потому что сейчас я призываю. А это не тот босс, который в катаклизме в логово Крыла Тьмы был, такой робот на три фазы, типа три робота. И не то же самое? Нет, вроде нет. Я не знаю, я не играл в катаклизм. Всем друг. Там прикольный, кстати, босс был. Интересный. Турбо, ты помнишь, как его водить вообще тут? Периметру. Ну вот я вот тебе ориентир поставил. Короче, ты водишь его постоянно нон-стоп. Как-нибудь агро набивай, потому что, ну, это просто жесть. Ну, я умею кнопки нажимать. Милики будут какая-то... за ним сбоку идти, не сзаду босса, будете идти сбоку. То есть, шаманы поставят император и... Блин, Маликет, короче, и ты. Поставите два тотема антияда. И, соответственно, будете диспелить еще войд. Будешь с миликов диспелить, если что. Ну, поставите их тотемы, я не знаю, как-то между вот этими. И между вот этими. Определитесь там сами, кто куда ставит. И вот сюда вот два тотема поставите антияда. Ну, чтоб яд диспелился. Так, смотрите, первый босс, вот этот, который я треугольником ответил, это ядовый будет. То есть Валман будет его начинать с квадрата и вот так вот вести к луне. Смотрите, вот так ведет к луне нон-стоп. Ведет так же само к треугольнику, к кресту и потом дальше к квадрату. То есть сильно не вливаемся, потому что агро будем с него срывать. У него нету там... миллион таунтов и т.д. и тому подобное. Так как он двигается, он сильно агро тут не набьет. Роган, на него напуливаешь по КД. Так что у нас, если активируется левый босс, соответственно, квадрат. Смотрите, он вызывает... Нет. Левый босс кидает каст электро... Проводник молнии, во, кидает каст проводник молнии на рандомного человека. То есть все берем ренджу между собой, на ком этот дебаф. Если будете стоять рядом, короче, вас будет шотать, пробивать очень, очень сильно. Потом он еще вызывает такие сферки темные. В эти сферки будут вливаться император, ДНМ и Далин. Соответственно, будет каст аннигиляции у босса, этот каст будете сбивать. Я так, насколько знаю, император, ты помнишь, да, что делать? Моя тёлка, турбо-пушка, моя тёлка. Я понял. Аннигиляторная пушка. Короче, если не знаешь, будем ГП тебе начислять. По сферам три, короче, человека давайте, которых я назвал, будут играть по сферам. И сбивать каст аннигиляции у босса. И Румбик, это босс, как Грул Магик, выходит, и появляются такие, как руны. Ну, грубо говоря, как руки на Грул Гере. Такие руны появляются. В эти руны надо будет заходить в порталы, закрывать. То есть он там 5 или 6 порталов вызывает, должны эти люди просто закрыть эти порталы, чтобы дамаг по рейду не вносился. Если не зайдете, это будет шокать, соответственно. Будем тут вайпаться.
А что мне сделать? Там каст какой-то сбить или? Очко себе сбей. Я тебе говорил, аннигиляцию, когда босс будет кастовать, убиваешь первым. Красиво с очком, блядь, красиво. И там под каст этот, по-моему, нажать да, что-то, да? Да, аннигиляция. Все. Если ты последний добил эту сферу, у тебя появляется такая кнопочка. Аннигиляцию. Я все вспомнил. Ну, в принципе, все. Я так думаю, всем все ясно. Военного тут ничего нет. Один шаман слева, второй справа поставить этот тему. А кто где закрывает метки, ты им сказал? А, тут же еще... Руна, где кто за... Давай так, хилы, чтобы были по центру, чтобы доставали нас. Я буду с императором в конце, возле треугольников стоять. Утя и раздавака. Будете стоять примерно ориентир, где лунайтрусы. Вот примерно здесь будут руны. Плюс-минус. Будете закрывать так же само. Пиздец, Димя. 6 усилков пустотой. 6. Хорош. Пока а остальные это... все будете в центре. Это на ромбике. Ну что, давайте туда. Чек на готовность еще раз. Танку, кстати, руну это можно закрывать, да? Да, да, все абсолютно закрывают. Хилы, танки. Каску сейчас обновлю. Вот, бить. Бафы. На пул давайте на Валмана. На пул на Валмана. Все в центр становимся. Води их. Куда ты тут, босс? Отходим. Блять. Как бога. Активировался центр, другой. В центр все. Все в центр. Кроме танка. Тотем антияда кидаем. Все, милики, бегайте сбоку за боссом, бейте. За агрой следим. Или перед лицом бегайте. Главное, не за боссом бежите. Перед лицом или сбоку. Раздавака, давай на сфере будешь помогать, если что. Я стопну, пока дотроюсь. Да не стопай, бей. Раздавака, хорош. Будет Берни его. Ладно. Следующий босс. Готовимся руны закрывать. Опасно. Хилы в центре постоянно стоят, чтобы по всему рейду доставать. Руны готовимся. Закрыли. 4 задов. Подошли сюда двое. Двое подошли. Закрыли. Хорош. Давай, Масрес, отходи. Блин, а я думал, он активируется, он бежит, другой моб, а это просто... Ты его таунтишь, и он просто сам меняется моментально, что ли? Нет. Ну, первые трусы стоял, я же показал, что первые трусы будет, это ядовито, его надо водить между столбами. Его добиваешь до определенных моментов, и он, короче... активируется следующий босс, а этот деактивируется. Давайте так. Кто у нас первый? О, первые руны, да, по-моему? Или нет? Сейчас, секунду. Первый ядовитый. Давайте все милики стоите в центре, РДД будут бить босса и все. Рога, ты напуливаешь, ты также в центр становишься. А как ты понимаешь, что первый ядовитый? Или он всегда первый? Нет. Не всегда. Так же самое.
Я меточки поставил. Квадрат это будет с аннигиляцией. А ромбик будет с рунами. Тотемы антияда поставили все. Каждый в своем пати поставьте. Чек на готовность. Рога тут нет. Сенсор. Тут. Побежал напуливать сразу на танка и приходишь в центр. Когда на пул исчезает. Все милики в центре стоят. Или перед лицом босса бегайте. Раздавака стопни. Раздавака стопни ДПС. Отойди. Утя стопни. Картео раскол. Лок стопни. Утя стопни. Далин стопни. Утя стопни. Ебать, что там за Дарт Вейдер нахуй? Император стопнул. По-моему, 70% или сколько следующий босс будет. Готовься. Может чуть меньше, я не помню процентаж просто. А, 67%. Каждые 33% босс меняется вроде. Вот, поменялся. Смотрите. Бьем все. Ренджу между собой набираем на ком дебаф. Электрозаряд, Утя отошел. Император отошел. Просто ренджу набирать и в сферу играем назначенную. Утя, аннигиляция, сбивай. У тебя кнопка появилась. Сука, чё ж ты сферу бьёшь, блядь? Так сказали же, бить сферу. Назначенные бьют сферу, Утя, назначенные. Блядь, я хуею просто. Сказали бить сферу. Ну вот ты убил сферу, ты увидел, у тебя кнопка была? Нет. Нет. Хорош. Не надо бить, вот он даже не видит. Может, у него нестандартный этот интерфейс стоит. У него кнопка может не показываться. Я сказал назначенным, в ком я уверен. Это я, Далин, император. Ой, поебал нахуй, блядь, чушка. Ты, блядь, нахуй прошел этот, блядь, Кару Геру уже несколько раз. Я, блядь, первый раз тут нахуй. Хули ты, блядь, доебался нахуй. Услышал, бейте сферу, блядь. И все, я начал. Ну, до этого я говорил три человека, которые бьют. Чем-то слушал. Я сказал, бейте сферу, назначенные. Ты самый главный увидел, что нажимать надо?
Или не успел? Не успел. Ну там, убиваешь сферу, у тебя появляется кнопка. В это время босс кастует аннигиляцию. Вот этой кнопкой надо сбивать каст. Она типа где-то внизу появляется. Прям посередине, по-моему. Стандартный интерфейс. Интерфейс у тебя стандартный, нет? Да. У тебя появляется чуть выше твоих способностей такая кнопка. А, блядь, ну, можно у меня сказать, там стоят посреди экрана. Рейдфреймы. Ну, вот и все. Тогда не появляется. Не надо просто сферы бить. Сферы бьют 3 человека, да и все. С головой этого хватает. Ну все, ладно, поехали. Все, я просто поставил профессиональный режим. Какой кулак? У нас паладин один. А сколько у нас ЦЛК? 7. Ага, все, давай. Давай. Я так понял, Тёма позже чуть будет. Чё? Вроде все прибежали. Будешь же проверочек? 35-й. Ага, 35-й, не все правильно. Петь, вот. Все тут, да не надо припоты, РДД будут сами переводить. На пул хороший, давай. Утя, стопай. Подходи, вообще отойди, не бей. На 6-7% он будет, понял, деактивирован. У тебя стоп, отойди. Картел стопнул или раскол дал. Сука. Как после зеркала видеть свою игру? Два процента готовимся. Готовься, следующий. Аннигиляция. Все рейнджи набрали между собой. По сфере назначенные. Поехали. Император, сбивай. Хорош. По сфере назначенной, поехали. Будет аннигиляция, собьешь. Сбивай. По сфере назначенной, поехали. Сбивай.
Забирай следующего. Руки закрываем, готовимся. Если что, прожимки на руки да. Рассосались все вместе, не стойте, чтобы закрывать руны. Может, Гера? Подожди, после рук. Готовимся. Закрывали. Две закрыли. У нас есть. Там закрыли. Геру давай. Кто не закрыл? Просто я не знаю, просто нахуй. А где она была, раз два кому, скажи? Смотри, где стоит босс, туда становятся ДНМ и Император. Здесь, где трусы с луной, стоят Утя и Картео на подстраховке. Будете. Ой, блядь. Еще раз, давайте так, смотрите, возле босса ДНМ и Император. Здесь... Здесь будет... Картео. Кто еще у нас есть? РДД, никого больше, да? Картео, раздавака и Утя здесь. Хилы, танки будете на центре. Если что, с любой стороны может быть 4 руны. Просто берете и страхуете, подбегайте. Ладно. Курятник устраивает. Давайте. Закомочал, начинай все сначала. Опять ядовитый первый. Да, ядовитый первый. Это если сервак упадет, будет по идее по-другому, я так думаю. А, вон оно как меняет. Все готовы, да? Да. Вы еще не убили? Нет. Смотрите ли? На пол давайте. Ты что посередине не спишь? Неудобно. Далин, отойди в центр, Берни его. Это говно, падаем. Пошлите, я с Эвейдем. Проход бегите. Диспельте, хильтесь.
Там тотем, наверное, остались. Берите. Блять, я же увижу. Не, реально уже не прикольно становится. Ты от чего? От автоатаки босс? Раздавак. От лужи он умер. Активность посмотрим. Так же, как остальные два милика от лужи. Никак, просто стоишь в центре и все. Или перед лицом босса бегаешь, как Валман. Пусть вам не бегают. Там просто босс это начинает кастовать, они остаются бить его дальше. А в этот момент нельзя стоять на месте, надо тоже бежать, потому что тогда приходит как раз самый сильный урон от этого яда, или стак навешивается. Там толком миликом не подамажишь, так, потыкать немножко. Тут РДДшники на ядовитой фазе дамажат в основном. Ой, поставь, пожалуйста, шкаф. Мне нужно слетать за регами, уже 200 баф. А у тебя ДД пуха, да, стоит? А у тебя есть ДД пуха? Для агро поставь себе ДДшку, если есть, понял? Это единственная пуха. Это единственная. А там, я понял. Ну, я не знаю, как? Потому что они не следят вообще абсолютно скада, это, я не знаю, что это для них неизвестное. Присумайте мне, пожалуйста. Да, сейчас засуну. Шкаф поставь. Да там не, дело не в этом, я вообще просто либо бить не могу, он стоит. Когда можно его убить. Либо... Короче, мне надо, наверное, лишние стаки ловить. Остальным не... Чтобы я агро держал. Иначе... Ну, они будут за тобой. Ты видишь, они не сидят в центре, им не сидится. Тупо говоришь, сидите в центре, не бейте. Насрать, по-моему, на это. Миша, он знает, что тут делать. Он потому и бьет, да? Он спереди босса бегает. Но остальные я не уверен. Я готов к сумму. Картел, поставь шкаф.